Приветствую на канале Асмодей Плей. Мы продолжаем играть God of War. Хорошая война. Так, кто у нас здесь? Так, наверное, так. Разницы нет, да? Давай посмотрим, на что сохранилось. Мы сейчас от кузнеца пойдем. Нам надо спуститься вниз. Я вот слышал, когда кто-то там был, слышал голоса. Что кто-то меня там ищет. Это, как понимаю, были сыны Тора. Почему, правда, бессмертный? Не знаю, что у них это получается, чем это новое поколение лучше предыдущего, так что ли? Там, я не знаю, от Кроноса, Зевс, или кто он там. Или как у них там? Один, блин, от Одина Тор, от Тора его сын. Почему Брок синий, а ты нет? Сын. О, это весьма хороший вопрос. Видишь ли, мой брат не такой осторожный, как я. Он предпочитает работать с металлами, с голым... Торсом. С голыми руками. Без перчаток. А там оксид серебра. Он говорит, иначе у него ощущения не те. Контакт с активным серебром необратимо меняет цвет кожи. То есть навсегда. Это наподобие ляписа. Есть такой, он иногда такой ранит. Карандаш. Ляпис. В это можно купить в аптеке, если, конечно, его сейчас еще производят. Да, намазал и все, и черный стал как нигер. А, кстати, по поводу того, чтоб это... Ну, минутку, где? У меня что-то еще есть, нет? Так, создать, улучшить. Замерзшее пламя, нет. А, у меня угольков каких-то надо точно набирать же. Так, это нет. 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 Талисман. Чистая сущность миров. Нет. Не надо ничего покупать ради меня. Чистая сущность миров. Где мне таких понабрать-то поболее? Так, вот он лежит. Я был наверху, сейчас вниз спустился. При помощи этого молота Тора. Что это вообще за оно? Что за молот? Кто его ковал? Так. Был, конечно, в скандинавской мифологии тот, кто их ковал, но, блин, чтоб великаном. Понятно. Это остается тайной. Брат, надо будет. Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Почитать. А? Ага. Ну вот ты. Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Так. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Сделайте двое, брат. Не указывай мне, что... Мой здоровяк! Так, подожди. Уж и не помню, когда... Блин! Ни хрена тебе! Подожди. Меняю. Давай. На. Ни хрена себе. Подожди. Ты собрался выступить против всего Асгарда? Попарить тебя.
На! 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 Где-то я что-то упустил, блин! Это он что, своего брата, что ли, там? Не вижу! Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! На! Блин, падла. Как ты только еще жив? На! Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Блин. Так, 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 так. Вижу их! Давай. Вижу их! Надо повторить. На! Посмотрим, как ты будешь стрелять! Подожди! На! На! Молодцу должно влиять на себя! Получи! Заткнись! Перестань! Соберись! Да, да подожди ты! Давай! Давай, глушение! Доведу или не доведу! Порезала, чтоб похож был. Не смей так говорить! Не смей так говорить о мамочке. Да, да, да. Не слушай его. Он хочет тебя разозлить. Идиот! Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Вали, да. Валича. Извини, я перегнул палку, да? Нам обернись! Нравится. Оттащу твой труп. Баска! Да что твою мать-то? Берегись! Вот так вы меня захреначите. Я берегись! Тоже рад. Сейчас по пляже. На. Обернись! Старый, усталый дед. Давай. Молодец, сынок. Сзади! Мой любимый момент! Я тут урод! На! Сови! Ну, вперед! Приходи! Сын, соберись! На! Получай! Я за ним, брат, держи! На! Мамочка тебя плохо кормила. Такая уродина. Заткнись, ублюдок! Атрей! Опа! Вперед!
вашу мать, то сколько вас гасит, наверное? Твоя мамочка, небось, была редкой шлюхой, раз легла с ним. Я тебя убью! Атрей, держи себя в руках! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот так вот. Вот так-то ничего нормального, я вот топором же Мясницкого так порубал. Как ты? Ты даже не представляешь! Ах ты мерзавец! Ой, черед! Держись, ты трус! Пошку тебя оторву! Че, по зубам досталось? Блин, жестко. Болезнь. Лихорадка вернулась. Ага. Я думал, по зубам досталось. Нет! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Так. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Давайте посмотрим, надо что я получил. Старший сын Тора, у него был огромный меч, сила молнии и очень дурной характер. Папа его убил. Что я взял? Легендарное замерзшее пламя. А вот что мне надо было, да? Так, младший сын Тора и жуткий гад. А еще он умеет стрелять молниями и драться палицей со щитом. Он ударил, когда папа убил его брата Магни. Но готов спорить, что мы его еще увидим. И тогда я сам его убью. Так, это что такое я достал? Сплав Лейптер. Легендарный предмет. Ну, такое... Да, еще пока вроде не нуждался был. Так, это сведения о цели. Пробуждение Лелиафана. Возьмите замерзшее пламя и улучшите топор Лелиафан. Очень хотелось бы улучшить. Подожди. Подожди, не спеши. Вот так, опа. А куда он прыгнул-то? Туда, туда, куда-то упрыгал. А вот и молот, который я уронил. Так, ладно. Так, что-то отрубил. Кусочек. И мне этого кусочка хватает от всего вот этого богатства. Я даже не знаю, что такое. Пожалуй, им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Да. Резец есть. Так, не понял. Найдите точку крепления с помощью мыши, а затем... Так, не понял, ну-ка. Как это должно работать-то? Найдите точку крепления с помощью мыши, а потом...
Нашел. Я не понимаю. А, во-во-во-во. Две точки каких-то было. Ну давай, пойдем. Ты убил Магни. Это точно. Он же бог, а отец убил его. Ничего. Ты что, не знаешь, сынок, кто твой батя? Один из младших асов. Ну да. А его отец Тор? Тор не младший. Совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Как можно убить бога? Вот видишь, взял и убил. Первое. Так. Вот здесь вот, кстати, может где-то храниться. Ну-ка. Где-то тут есть? Нет? Ай-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Трупак, блин. Смотрим, смотрим. Где что у нас тут есть? Мне такое чувство, что надо что-то было где-то тут разбить. Так. Где-то тут. У тебя сколько звук там? Вот так. Давай, полезли наверх. Будем смотреть. Ну, ешь твою мать-то. Да, хочу напомнить, что собираю средства на видеокарту, поэтому кто хочет помочь, реквизиты внизу в описании под видео. А куда ты полез? Назад. Где ты? Не вижу.
Ага. Так. Да я не понял, а где эти-то остальные-то? Я обратно никогда. Или я должен Атрей сюда увеличить что-то, этот топор, и потом уже это, скорее всего, должен увеличить топор, чтобы лед ломать или как-то в этом роде. Сейчас посмотрим. Стой, мы тут уже были, но как вернуться? Чего бы начать? Улучшение топора. Замерзшее пламя, давай. Так, навык, доступны новые способности. Купить. Купить ресурсы. Так. Вот этот требуемый ресурс — ледяной туман Нифхлейма. Не понимаю. Так, улучшить. Не то. Вообще не то. Дымящийся уголек, вот что мне не хватает. Так. Броня для рук. Опять дымящийся уголек. Держись. Ладно. Подальше от драугров. Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв! Это не слухи! Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой. Так. И небось вы его и убили. Навыки. Что это у нас? Дополнительное повышение сопротивления при... Так, приведение атаки живучести. Ну, давай. Это у нас... Ага. Требуется живучесть. Ладно. Так, у сына все раскачано. Наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошо. Сюда. Иду. Так, здесь все завалило. Часто поди топором-то расхреначу. Вот она. Давай, где третья? Третья где?
Вон там, походу, дело третье. Нет? Где ты, где ты, где ты? Так, спускаться туда так неспроста. Он так спускается. Потому что оттуда видно было бы. Туннель. Давай, третья. Блин, ты меня напрягаешь. Рума! Так. Вот она. Говорю же, неспроста здесь этот был. Отойди, сын. Что-то я взял. Ледниковый легендарный предмет. Ледниковый катализатор какой-то. А это у меня... Ой. Не суть важно. Все. Все вроде бы, да? Да? На, падла. Блин, сейчас опять ползти наверх. Так. Бежим. Давай. Парень совсем не здоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Открываем. Эй, я понял. Магний вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Так. Где кусочек? Блин, блинский. Так. Мне надо найти где-то кусок. Так, сзади-то его нет, не должно быть, потому что я с куском не должен перелезть. Я так думаю. Прогружайся, прогружайся, давай. Нет. Пойдем сюда. Будем смотреть. Взяли. Сейчас, минутку, сейчас посмотрим, чего там наверху есть. Блин, вот так вот. Сундуков-то много, конечно, вот таких вот. Где яблоки? Где рога, которые мне нужны? Наверху что-то есть. Насколько наверху есть? А, вижу. Сейчас, подожди, сына. Возьмем. Вот так. Поменял стрелы.
Пойдем смотреть. Опа. Ага. Что-то взял. Пыль миров, легендарный предмет. Одиннадцать из 18. Ладно. Мне этот камень не надо сюда тащить. Нет. Откуда? Я сейчас поди, где трон эти выйду. Нет? Мы снова у руки великана. Что? Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню Ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Так. Выход-то выход. Где у меня тут? Так, рано еще. Так, ладно. Там есть проход. Справа. Давай, сынок. На другой стороне есть путь к выходу. Ну так. Что? Что за завис-то? А, ты ждешь, когда я эту штуку покручу. Давай. Ну все, отпускай. Тут есть цепь. Сбрасывай. Так. Минутку. Я смотрю, чтобы здесь ничего не было такого, чего важного могли бы упустить. Вроде нету. Все. Жди, я поднимаюсь. Мои пять руки великана, значит, да? Ай-яй-яй-яй. Ворота закрыты. Тут мельница какая-то, там какие-то штыри. Все закрыто. Интересно, сколько веков назад это было и почему все так разбито. Где-то что-то сохранилось, а где-то нифига. В чем это заключается? Причина. Первопричина-то в чем состоит? Да нет, 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 назад. Неизвестно, значит. Под большим пальцем. На, тебе уже все равно. Ты мертвец. Хотя есть такая статья, статья глумление над трупом. Да не там. Сизам, откройся! Снова под ладонью. Почти на месте. Под ладонью. Что я здесь был, это я точно знаю, потому что цепь-то сброшена. Ну-ка, дай-ка я посмотрю.
Да. Вон туда, туда, туда. Все взято. Как выбирался-то тут по-другому, да, как выбирался? А. Смотрите-ка. Игра, по идее, должна быть такая, что я назад тоже должен пробраться, выбраться. Смотрите, ладонь-то разукрашена в татуировках. Сейчас почему-то здесь все завалено. Видишь? Опа. Хоп. Сын мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказала мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Давай. Да. Это так, я уже пакостью. Вон там. Подожди. Ага, подожди, вот у меня дверь есть. На. Что-то есть. Вот так. Сейчас мы и узнаем, что там. Так. Скрытая область открыта. Давайте читаем историю. Здесь еще один. А, этого ты знаешь. Тамур, великан-каменщик, строит стены Йотунхейма. Это должен был быть его шедевр. Он так хотел защитить свой народ. Жаль, первая часть сгорела. Лучше бы сгорела последняя. Больно смотреть. Ну-ка, вот сейчас вот я хочу посмотреть, кто ему пробил. Это каменщик, оказывается, был. Блин, да я вообще не то хотел посмотреть. Кто ему бошку-то пробил? Тамур, величайший каменщик и один из самых огромных великанов, спорит с сыном Хримтуром, бьет его, а потом теряется, пытаясь его разыскать. Тор пробивает резцом голову Тамура и разрушает целый город. Тамур строил стену вокруг Йотунхейма, чтобы защитить великанов от асов. Была ли она достроена? Значит, это Тор его убил. Резцом пробил его голову. Господи. Так они кровожадные убийцы. Уничтожают все подряд. Какая пакость. Давай, мне тут кто-то должен повстречаться, с кем-то я должен биться, да? Я в этом уверен. Вот эта хрень закроется сейчас. Тут кто-то запечатан. Я просто в этом уверен. Тут все такое прямо. Давай, куда это я? Ну, как тюрьма. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Что? Я чувствую. Где? Словно куда? Нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Конечно. Прежде ведь совсем справлялись. Хреначу вам всех подряд. Да, тут еще можно вон вырваться. Так, ладно. Карта обновлена.
Это потом. Проверил просто, работает или нет. Подожди, перед тем, как наверх-то идти. Или я зря собираю? Нет, мне кажется, не зря. Что это за вечный огонь, который горит и не потухает? Это какой-то бонус или подарок мне? У меня черчена эмблема неотступности. Как в Манчкине тоже. Пага так в нечестности. Так. Ладно. Ну посмотрите зато как красиво, да? Спустились. Такая тюрьма. Шикарная, я бы сказал, тюрьма. Пипец, камера. На. Так. Валькирия в заточении? Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас? Победите Валькирию. Так и знал, что придется хреначить. Отец, я готов. Сзади. Хрена себе! Отец! Ты жив? Правый фланг! Да блин! Блин, блин. Да. Сложный противник. Уверен, что сколько таких вообще прячется-то. Да.
Да, блин. Сзади! Берегись, сзади! Брат, ты живой? Да. Я готов. Уже иду. Давай. Вставай. Справа. Получай. Да что твою мать, там мне даже не убегать, что ли? Брат, нет! Сейчас, минутку. Усилить надо так. Усилить. Блин, я не могу. Это у меня силы берсерка-то нету нахрен. Гляди в оба, сын! Алла, отбегла бы тебя! Берегись, отец! Да! Алгоритм-то я что-то просчитать не могу. Чтоб ее захреначить-то. Была бы сила берсерка, я бы еще понял. Вот теперь она точно заметила. Так, вперед! Ты недостоин. Да. Да подожди, я ставлю блок. Ой, это я почувствовал. Я готов! Отец, берегись!
Не всех, да, так я могу защититься. Да. Блин. Я иду к тебе. Осталось-то чуть-чуть. Сина, мы просто обязаны ее захреначить. Могу следить-то за ними. Охренеть, вот это мы попали. Вот это жопа, понимаю. Куда уже пистить-то? Надо ее ловить на этот. Вот теперь она точно заметила. Да рядом. Это зря. Берегись, отец! Да. Блин. Резать надо будет, что ли, это видео. Почувствовал. Получи. Рума! Прости, я не готов. Получай.
На! Вот так надо ее на взлете ловить. На блоке. Получается. Ничего, давай, сын. Ты будешь жить. Отец, берегись! Да блин, я же блок сделал. Ты плохо выглядишь. Подожди. Значит, это все? Даже не знаю, что сказать. У меня одно разочарование. Ого! Вот теперь она точно заметила. Будь готов! Помоги мне умереть! Так ты не сопротивляйся, будет легче! Ой, это я почувствовал. Подожди. Давай. Прицел сидит. Следи за ними!
Давай, чуть-чуть осталось там. Давай. Осторожно! Давай. Жду команды. Давай. Прячем его. Давай. Вот так. Вот так. Отламывай крылья нахрен. Ну? Блин, жуткий бой, блин, напряженный. Вы освободили меня от моей оскверненной оболочки. За это я буду вечно благодарна вам. Но мои сестры по-прежнему в плену. Господи, это еще не одна такая. Возьмите мой шлем. Найдите их. Освободите их. Судьба Валькирии в ваших руках. В моих. А вы теперь все в моих руках. Давай, берем шлем. Нормуль. А маска-то мне это нужна, не нужна. Вначале выполнить легендарные просьбы. Кажется, это важно. Оскверненные валькирии. Это могущество создания, которое можно встретить в тайных комнатах. Дельный одна вопрос. Из таких. Но ответить други... непросто. Одна, я знаю, а также прочих, в других мирах почти все, что победить их непросто. На это вам потребуется особенное качественное снаряжение. В заточение. Не уходи от ответа, голова. Говорю Понятно. Же, брат, ответить нелегко. Я не знаю, как и почему они стали такими злыми. Но, может быть, если освободить их других... Предлагаешь сражаться с ними? Судьба Валькирий, парень. Есть ли подвиг достойнее этого? Давай. Это опасно. А с каких пор тебя это смущает? Перепавшего слуги. Вот и правильно. Чары. Хорошо. Так, идем кратчайшим путем. Да, бой был жесткий. Я что-то не понял, а что он развернут-то опять не в ту сторону? Ладно, мы будем поглядеть. Интересно, у меня шлем есть, почему я его не одеваю-то? Так что теперь? Может, отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше, только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Ну давай посмотрим. Где мы там сможем что найти? Кстати, почему я шлем не одеваю? А, поговорить. Эй, говорят, кто-то завалил горлопана Магни. Горлопана, а? Случаем ничего об этом не знаешь. А это хорошо или плохо? Ну, когда его папаша узнает, тебе будет плохо. А уж мне-то хорошо. Меньше асов, чище воздух. Так что следующий заказ от меня в подарок. Правда? Так. Нет. Нагрудная броня. Так, дымящийся уголек, и так ни одного не взял, да? Нет. Ну и ладно. Ну еще. Так. Мне надо выйти. Вити, надо выйти.
Ну-ка, давай-ка еще раз попробуем вот. Сокровищница Тюра в самом низу этой лестницы. Надо лишь спуститься. Да я понимаю. Я хочу кое-что попробовать. Так. Давай, давай, давай. Если не ошибаюсь, вот здесь я бы. Смогу, не смогу. Воскрешения нет. Вперед за камнем воскрешения сначала. Ни хрена себе. Все, повоевали. Полный ход назад. Блин, надо что-то более, да? Чтобы эти твари мочить. Я не знаю, либо какое-нибудь противоядие в себя втыкать там. Че они там бьются? Они хоть и ядовитые. Так, мне надо спуститься, да, значит, ладно. Этим пока не пойдем. Какие-то они все мощные, раскачанные. Зачем таких вообще, по идее, делать? Я понимаю, чтобы легко не было, чтобы легко не было. Надо посложнее сделать. Но зачем настолько сложно делать, чтобы люди усирались и проклинали это? Другое дело. Че? Тял. А как не взять? Что еще я хотел сказать? Давай. Пошли в гробницу свою смотреть. Ага. Ну-ка. Сокровищница Тюра за магическим замком. Да. Да. Вот так вот я тебя пробил. Я думал, у меня шлем будет. Неужели мы в сокровищнице Тюра? Я же взял шлем. Где вот он? Еще одна из этих штук.
Давай. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм. А обо мне великаны не сделали триптиха? Так, ладно. Подожди. Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столько научил. Да и я тебя чему-то научу. Ну, давай. Иди сюда. Учи. А если попадется чаша, а меня не будет рядом? Учиться никогда не поздно. Давай. Говорить ты умеешь, но учиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных. Стой. Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Я... Кто-то есть. Запах чуешь? Да, чую. Пахнет... Псиной? Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его, потому что магни нет! Меня засмеют! О, ты всего лишь... Тебя, даже братья не переживают. Не будут! Нет! Трума! Ты тупой! Это у тебя папаша? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Что ты, мать-то, все время полужаешь? Ты ничего не знаешь о моей маме! Это верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом. Дебил, что ли? Как только я убью твоего отца! Хватит! Ай, сынок! Ой, кажется, я его сломал. Ну и дела. Что-то не понял. А, надо было в этом во время спартанскую ярость, да, включать? Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя Блин, читать. Блин, ни хрена сейчас. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил. Да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай. Давай, сейчас он откуда-то сверху. Умеешь, как он вообще телепортируется, что ли, или что? Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных. Стой. И... Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Я. Спартанская ярость. Блин, да мы все это видели. Как тут не пропускается? Да, чую. Пахнет... Дождем? Ой. Ты все испортил! Я заслужил этот молот! Два раза, ага. А теперь все решат, что я получил его! Потому что магни нет! Давай быстрее! Меня засмеют! Гаси сына я там! Я убью тебя! Смеяться не будут! Что, нет! Как будет? Трума! Смотри этого козла! Ты тупой! Это у тебя папаша? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Как ты вообще думал убить меня? Бога войны. Пусть даже из другого мира. Ты ничего не знаешь о моей маме. Это верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом. Давай. Как только я убью твоего отца. Хватит! Перегорел парень. Ой. Перегорел. Кажется, я его сломал. Ну-ка, давай. Назад!
Нет. Тебе хана. Твоей же дубиной тебя же нет. Нет. Да как нет-то, еще когда? Еще увидимся. Догоняй его. Брат, мальчик. Брат, мальчик, да брат ты... или мальчик, или кто, или сын? Скорее неси его к Фрейе, иначе никак. А, ты голова говорил, подумал, это я говорил. Вот. Блин. Надеюсь, она меня встретит сейчас. Ага. Давай, приди на помощь. В лодку. А, дом сам. Фрей недалеко. Он сам. Без моей помощи. Блин, ну там еще надо вытащить тоже из пространства. Ну, из пространства. Вот там два мощных. Даже не знаю, сумею ли я их одолеть. Но может быть сейчас уже и есть шанс. Так, мне, если не ошибаюсь, сюда или куда? Сюда, по-моему. Давай. Гребсти я умею. А гребать тоже. Такая ирония. Рея. Один тебя ищет, брат. Особенно после того, как ты стал убивать его родню. Лес Фрей для него закрыт. Туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ним происходит? Я видел подобное у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но... Бог, считающий себя смертным, жутко представить. Ну, почти на месте. Он, наверное, бог. Парень-то у меня. Я же бог. Мать тоже, я думаю, не просто была матерью. Какой-то тоже там богиней. Ну-ка, ты туда. Вот. Вот. Блин. Пакость. Засранец мелкий. Тихо, тихо. Швартуемся. Опа, как я его там зацепил. Тебе вообще не надоело там у меня на жопе-то болтаться? Пока я дерусь там с перекатами все это. Блин. Поставка сына. А эти гномы тоже потихонечку его улучшают, потихонечку что-нибудь пыль смахнут и все. Не, чтоб сразу. Нахеракать его до крайней топор. Все, а дальше уже мне развиваться. Кто-то вызвал змея. Ничего, я так думаю, вода еще раз опустится. То, что подниматься она поднималась, а вот опускаться она еще раз опустится уже без моего участия. Почему то змей я вот не убил, мне интересно знать это. Жар усилился. Его не трясет. Мякай. Плохо дело, надо спешить. Скучает. Дочь ушла, кот скучает. Да, динозавр. Итак, сейчас сыночка вылечим, вылечим, вылечим. О, птица дохла. Фрея! Открывай! Нам нужна помощь! Сова, открывай, медведь пришел. Женщина, ты слышишь? Это срочно! Я все еще богиня, поди прочь. Мальчик заболел! Фрея! Ага! Меня можешь не лечить, но его-то ты вылечишь. Идем.
Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Да. Это хорошо. Хорошо, что вообще борьба происходит. Меня. Ты поможешь? Неизвестно. Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Ни хрена ты меня отправляешь. Мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы, твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие. Давай, у меня булава есть, это вот. Тогда я вернусь домой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын. И ему нужен отец. Эта руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили, поспеши. В саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее. Возвращайся домой, раскопай свое прошлое, делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста. И твой сын может выжить. Иди. Давай, иду. Значит, у меня есть будет более мощное оружие. Фрейя. Тогда, в прошлый раз, я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Окей, да? Я позабочусь о нем. Даю слово матери. Все, теперь я спокоен. Один сюда не может войти, он и приспешники тоже. И это хорошо. Хельхейм, ну надо же. Как ты, брат? Я мать. Сделаю, что должен. Отстань. Как скажешь. Давай, поплыли. Лодка сама повезет мне. Сама везет, смотрите-ка. Руну она мне дала, да? Значит, распечатать. Распечатаем. Кстати, зачем вот такая броня? Я понимаю, что это, если снизу бьют, да, она может защитить шею. Но если сверху рубануть, это же пипец такой рычаг для меча. Он же меня вниз просто задавит. Олени. Красавцы. Непростые. А, я не могу даже, да, осмотреться. Хотел посмотреть, как это все происходит. Вау. Такой рисунок, это тоже... Как вот это заморожен узор на стекле. Мое прошлое. И кто ты, жена или кто? Вот там образовалось. Что за воспоминания? Афина. Афина. Вот кто была мать. Афина. Подожди, так если я бог, и он, и она богиня у нас. Прочь из моей головы. Или нет? Или там другая богиня ко мне в мозг втирается. Что это за... Кстати, напоминаю, да, что собираю средства на видеокарту. Кто желает помочь, реквизиты внизу под описанием. Вот. Все средства пойдут на видеокарту. Ну давай. Что-то у меня как-то по, это, река Стик, или как она правильно называется? Знаю, что в некоторых она называется Лето, река мертвых. Вот чем-то похоже так же. Сел в лодку и плыви, куда глаза глядят. Вот ты меня вообще ведешь.
через леса, к горам куда-то. Если бы я знал, что так можно передвигаться, так я бы нахрен не шагал бы по всем вот этим опасным переулкам, где столько монстров. Вот так кто-то ходит наверху. Я точно видел. Вон он смотрит на меня. Висел на корточке. С правой стороны был. Можете перемотать, посмотреть. Я тебя спалил, гад. А, теперь могу, да, посмотреть даже. Развернуться. Вот тут все равно в темноте-то ничего не видно. Давай. Кто-то меня ждет, нет? Хорошая доставка. Почему именно сюда? Нет. Маленько не так выразился. Нахрена тебе вообще? Вот он посмотрел на меня. На. Давай. Еще немножечко. Берегись сзади. Че сзади? А, это голова говорит. Я думал, мне кто-то на помощь пришел. Вроде никогда такого не было, и тут опять. Могу тогда. Вот так вас надо гасить. Осторожно, сзади. Осторожно, сзади. На. Не успеваете, да? На. Так. Если бы я знал, что вас так сразу гасить надо было бы, я бы. Так. Избушка, избушка. Ладно, посмотрим, что здесь есть. Куда ты меня привела? Не работают врата. Это мой дом. Ни хрена как быстро я добрался. Пиздякался там. Да пердохался. Вы чё, блин? Кстати, как вообще оказались здесь эти мутанты-то? Я думал, что еще за избушка там вроде как, кроме моей больше стоит, и ничего не должно было быть. Это реально моя. Я ее даже и не узнал. Хотя по игре ни у кого дома-то своего даже не было. Давай, что я откопаю здесь? Прошлое свое. Что там? А, оружие. Я же за оружием сказал, топор же где-то не может взять. Нужно оружие. Что там у меня такое? Интрига нахрен. Что-то маленькое. Какие-то нарукавники.
Да? А почему тогда топор не может взять и на руку, а мне нет? Что-то наконечники для стрел. Хотя так я не лучник. Ножи! Ножи! Блин, такие ножи у этого были. Кто там? Кунг-фу панда когда-то, третья часть или кто там? Нефритовые были. Забирал там жизненную силу этими ножами. Так. Бери, не бойся. Это теперь твое. Нигде ты не спрячешься, спартанец. Ты можешь сколько угодно пытаться убежать от правды. Это ничего не изменит. Ты можешь притворяться кем угодно. Учителем, мужем, отцом. Но есть одна бесспорная истина, от которой ты не уйдешь. Ты не изменишься. На ты навсегда останешься чудовищем. Ничего страшного. Знаю. Переживу. Но я больше не твое чудовище. Да. Давай посмотрим. Ну, глянем на что угодно. Ни хрена себе. На. Да мне даже не надо там сильно там стараться-то. Вот так и нахрена кое. Левый фланг. Вот так. Слева. Хрен вы ко мне подойдете. Какого вальса-то? Берегись сзади. А вот там один. Даже не особо-то стараюсь. О да, эти клинки весьма пригодятся в Хельхейме. Я, кстати, вижу дверь в мир между мирами прямо около твоего дома. Срежем путь к кочующему храму, а потом в Хельхейм. Потом в Хельхейм. Подожди, Хельхейм. Я видел там... Дверка была. Так. Вот сюда вот меня лодка-то притащила. А я отсюда еще уехать тогда хотел. Ну что? Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Увидимся уже в следующем видео. Пока. Давай, вали их всех.